Известный азербайджанский вор в законе Юнус Назаров по прозвищу Юнус Ясамальский скончался несколько часов назад. Вор в законе скончался в Казахстане. Юнус Назаров был депортирован из России несколько лет назад. Гражданин Азербайджана Юнус Назаров родился 23 января 1961 года. Титулованный вор в законе, известный в криминальных кругах как Лоту Юнус или Юнус Ясамальский, провел в тюрьмах более 20 лет. Он также получил звание «вор в законе» еще в 1984 году. В октябре 2008 года в колонии номер 1 пенитенциарной службы Министерства юстиции его ударил топором Вафадар Мирзоев. Хотя он выжил, в последующие годы эта тяжелая травма вызвала у него серьезные проблемы со здоровьем, он передвигался с помощью трости. Сообщается, что приезд Лоту Юнуса в Азербайджан в последние годы также был проблематичным. Говорят, что у него был сын. Не забудьте поставить лайк и подписаться на канал. Чтобы получать уведомления о новых видео, нажмите на иконку колокольчика. Буду благодарен за вашу поддержку.